любите животных? Знаете, я собачница. Да, у вас... Совершенно оголтелая. Да, да, да. И луша, да, у вас? У меня луша и рома, такая орделиха, такой лось с какими-то оленями глазами. Иногда притворяется жирафом, вытягивает шею, открывает все двери, встает на задние лапы, и такое ощущение, что входит какое-то животное. И меня тут попросили бездомных тоже вот щенков маленьких пристроить на золотой ошейник. Такая есть акция, выходят актеры. Знаете, это невыносимо. Мне мама сказала, мне не надо туда ездить, ты приедешь с инфарктом или с собакой. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».